Вера Ивановна, скажите что-нибудь. Называется «Кинотема». Поэтому я хотел бы еще представить из нашей команды Татьяну Ивановну Курту, заведующую репертуарным отделом нашего. И дальше задается вопрос. Он говорит о репертуаре. Есть кинопроектор, есть экран. Значит, нужно знать. Поэтому мы бы хотели, возвращаясь к теме нашего 70-летия, сегодня представить на ваш суд впервые для публичного показа наш фильм. Тем более здесь присутствует весь авторский коллектив. Этот фильм взял Валерий Павлович Голубев в 1985 году, когда открывалась наша база. Это то, что здание, которое вы видели в Запорожье. Поэтому давайте посмотрим этот фильм, немножко кусочек нашей истории, а дальше продолжим наш вечер. Я думаю, что после фильма кто-то из вас предложит какой-то интересный вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Смотреться в уже забываемые лица, вспомнить события, коллег и друзей.
глаза этим людям. Thank you.
Так и сейчас работает государственное коммунальное предприятие «Запорожкино». Потому что кино для нас не только профессия, кино для нас судьба. И пусть скептики говорят, что кино устарело, его заменит телевидение, видеоэкран. Да, кино имеет возраст, ему более 100 лет, но спросите себя откровенно, вы любите кино? И имеет ли для вас значение,